Высшее руководство, как перестать бояться призраков? Вот это то, что нам надо. Я могу ее добавить, а не... А, да, наверное. Ладно, одна камера. А что тут вообще изначально есть? А, это все, все, хорошо, вижу. Как кидать? Я сделаю. Посмотри в настройках, потому что я не помню, какая кнопка изначально, но я на Q сделала кидать. G. Как в Майнкрафте. Вон. Средний профессионал, кошмар. Чё хочешь? Не знаю, сразу с места в карьере или нет. Может, что-нибудь попроще? Давай скипите, начнем. Нам. Начать. Нам с кухом. Тоже отдают бонусы. Утоплены в этом тихом омусе, я наблюдаю за восходом солнца. Ебать. Это можно сфоткать. Чай за фоточку. Было бы мне чем. Нифига себе, у него тут ГПшка. Он художник. Потом и помер, наверное. Художник. Так, до свидания. Подвал. Не хочу туда. А что за ключи? Нафиг они? От машины? Чё хрустнул? Поедем. Так, вижу, где можно ныкаться. Чё-то ботинки какие-то. Так, против. Это он дверь потрогал. Уёбан. Ты куда побежала? Так. Чё тут так пусто? Я хочу украсть ваши вещи. Мне кажется, я сейчас поплачусь за эти слова. Пердуны. Ой, ё-моё. Так, я что-то нашла. Страшно. Это что, картошка? Что это такое? Он что-то клацает. Это я, Буяня. Давай. Я тут в компьютер играю. Многопользовательский шутер War Thunder. Полезно. Это все нормально, это пранки-шоу. О, свет вырубил. А теперь уже не пранки-шоу, до свидания. Ну, пока дверь открыта, входная, то значит атаки нет. Если она закроется, то все. Так, подожди, я тут посижу. Пораздумываю. У меня в половину это рассудка упалилась. В реальной жизни и в игре. Привет! Как тебя там звали, вообще не знаю. Будем дружить. Атака. Что хрустит? Быстро нам атаку давай. Гай, челик. Короче, трогал он дверь вот здесь. Дай мне знак. Give me a sign. Он тут русскоговорящий. На двери. Блин. Ты чё? Нападает, походу, не знаю. Дверь открыта. Дверь открыта, значит, нет, не исы. Ей, походу, не понравилось. А где он был, в коридоре? Он был на кухне. Ой, ё-моё. На кухне. Микрофон вещаю. Я пью йогурт просто. Ну, значит, на альт? Ой, ё-моё. Ой, ё-моё. Это беги, это вырубай, это вырубай фонарики. Меня убили, понятно. Чика. Я буду тебе призраком помогать. Спасибо. Открусь. Мне надо подышать. Еще и закрылась сразу. Так, она... А, она сразу атаку. А, она сразу атаку заключила, то есть мне повезло. Рывка для рывка, погнали. Чё ты открываешь? О, чё-то появилось. Телефон. Пугает тебя. Чё это такое? А, это твое тело. Это я. Отдыхаю. Отдыхаешь? Короче, он что-то постоянно все трогает. Это, возможно, какой-нибудь полтергейст. Они любят трогать всё. Я не в безопасности здесь. Я не в безопасности здесь. Куда мне идти? Что я делаю? Где она? А, на кухне, да. Все. Пряталась? Да. О, хорош. Если она начнет открывать дверь, ты ее как бы на себя тяни. Угу.
улицу, она ушла вроде. И пока не вылазь, сиди. Да, посмотрю. Ё-моё. Я в ужасе. Давай, вылазь. Блядь, только посмей потрогать дверь. Только посмей потрогать дверь. Только посмей потрогать. Она уходит. Я ухожу отсюда. И... Беги давай, дура! Чё ты тут устала спустя 3 метра? Так, значит, Поттергейст. Так и запишем. У меня все ноги потные. Может, и не потный, кто его знает. Можешь с ней поговорить, ну где-нибудь будь возле этой нычки в досягаемости. У меня тут особо нет досягаемости, мне либо бежать в этот... Ну вот туда бежать, значит. Вон в этот, в гараж. Я могу что? С гаража повещать. Но не факт, что сработает. Сразу закроюсь. День. Что это было за тень? Какая тень? В гараже была тень. Значит, пранкует тебя. Кого ты тут пранкуешь, а? Жи. Ну-ка, разговаривай со мной. Стесняшка. Стесняшка она. Ну-ка, быстро мне пояснила, что это за поведение недостойное джентльмена. А, кстати, кто это? Это женщина, мужчина? Я вроде что-то Сару видела какую-то. Это женщина. Ты исключена из союза джентльменов. Сюда ее. Что еще такого обидного есть сказать? Твоя мама, мама. О. Тебе есть что сказать? Ты пришла со мной поговорить? Она тебе отвечает? Чё молчишь-то? Да, да, здорово. Она говорит. Нет, в смысле не ей, а мне. А, она... Типа, это же улика. Да. Ой-ой. Вдохнула. Я уходунула. Да. Извините, я не люблю АСМР. Я предпочитаю АСМР от Вокса. Знаете такого? Давай, убирайся отсюда, блядь. Даже воздух. Боже, как хорошо в Калифорнии вечером. Ты нафиг ее взяла? Положись на меня. Ты ко мне. Так, просто дропнуть. Смотря в эту сторону, да. Беги. Я спасаюсь нахуй, я спасаюсь нахуй. Ага. Все, закрывайся. Выключи. Нет, дверь. Нет. Закрывай. Две двери хуже, чем одна. Да. Есть такое. Такая. Я... Да, вот этот квадратный меня. А. Угу. Вот ее туда же засунь. Можно это просто себе жопу засуну и все на этом. Не вижу ничего. Поехали отсюда. Я согласна абсолютно. Заключение... Отмечай тогда полтергейста. Кружочек обводи его. И все. И нажимай на эти, на циферки. На фургоне. Не те, которые возле выхода. Слева. Ну вот иди сейчас на выход. Слева. Не туда. Внутри. Другое лево. А, вот эти. Все. Рэмбо. Провела большую часть времени в каком-то импрессионном шкафу, вот это я понимаю.
Мы не угадали. Какой фантом? А что у него было? Лазерка, по-моему, была. Он вообще не бегал. Вот и так много денег. Вы что, шизанулись? Какой фантом? Она была не фантомная, она была настоящая. Уже готова? Да, уже готова выходить. Работа. А нет. Ой, сейчас будет весело. Мне уже не нравится. А, тут даже простого не... А, вот он. Мне нравится смотреть на церковь, здесь так уютно и тепло. Ну, пойдем посмотрим, как там уютно и тепло. Так, это кто? Фонарик. А чё мне взять? Свечку, наверное, в церковь же идем. А возьми так же, наверное. Радио и... Радио и вот это порно. Да, все ощущается в руках, как родное. Да. Ой, ты что дергаешься? Страшное, блин. Что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Возьми в руки. Рука. Дропни что-нибудь. Да. Видела, видела? Да, видела, она пальцами такая хрусть. Ghost Hunting Distribution. Нифига себе, у нас прямо свой этот... Бренд. Брейн. Я боюсь. Какой же он крутой. Я пойду желание позагадываю. Давай, посмотрим. А, я не взяла с собой даже фонарик. Или, не знаю, мне страшно. Вдруг меня... Хоть похуй. Ну, загадай что-нибудь безобидное, типа, хочу... Не знаю, много денег. Хочу кружки в Геншине бесплатно. Ой, мечта... Ой. Я, конечно, не хочу тебя пугать, но тут началась атака. Я знаю. Он может быть вообще в какой-нибудь жопе. Я его не слышу. Ты что делаешь? Пугаю тебя. Это ты? Хулиган. Сейчас придет тебе жопу надерет. Я снаружи. Я снаружи. Понятно. Сейчас загадаю желание, чтобы тебя ко мне тэпнуло. Давай. Чуй. Ну, я хочу уйти, я ухожу. Мне не понравилось, мне оно непонятное и страшное. Чао, какао. Поехали отсюда, я боюсь. Мне интересно, есть слэш-фанфики по фасмагории? Фантасмагории. А, фантасмофобия. Как же ей пофиг. Я захожу за... Бу. Чё, как сыч сидишь в своей темноте? Русский дрипчак. Нифига, там бассейн. Да там вообще хорошо. Туда надо выбегать, когда случается опасность. Я не знаю, почему нам запрещают это делать. Там что-то подрыгалось. Короче, я так поняла, в подвале там относительно холодно. Угу. И там что, она что-то трогала. Иди там с ней поговори. Ага, фиг там. Давай, работай. Эскортните меня туда быстренько. Кабанчиком. Да, вот тут 9-8 градусов. Тулом скрипи. В натуре старуха. И тут негде тныкаться, да? Мне кажется, нет. Ну, если помирать, так с песней. Я камикадзе буду, да? А поставь эту зеленую лазерный проектор. Мне нет. А, это. Погоди. Да, да. На F. Реально. Мы первый раз. Да иди, давай базарь с ней. Не, я не хочу. Архонты, сохраните меня. Никаких вам тут Кеншин Импакт. Свидание, я с вами... О, лампочку! Закрываемся.
Дверь открыта, да. Она меня напугала, пипец. Амиры. Ага, ты наконец... Это что, КНАФ симулятор? Кое-кто накатил тут нейросимуляторов, а? Да. Это... Вот. Эй, тебе. Давай разговаривать. И максимально конструктивно. Потому что я тебя боюсь. Я научилась многому с прошлого раза. Какой-то там с Сарой. С тобой я буду повежливее. Так что, уважаемая Бетси, пожалуйста, соизвольте затушить свечку или проявить какую-нибудь свою активность. Пожалуйста, вы нам очень этим поможете. И, пожалуйста, пооперативнее, нам очень важно это сделать как можно скорее. Кстати говоря, вот это вот спиритбокс, оно для меня в реальной жизни работает так, как оно и работает. То есть я начинаю слушать какие-то всхлипы, какие-то подвывания в этой высокочастотной фигне. Страшно. Да. Так. Ну, я захожу, пойду посмотрю, написала ли она что-нибудь. Во. Ну, подбери. У тебя всего два предмета в руках. Ты чё? Я не могу сидеть. А. Позорище. Давай, я с тобой. Ты со мной тут герой, кто без меня тут сопливая свинья. Да. Сейчас опять подобрать не смогу. Бедолага. Ты выкинула что-нибудь, чтобы подобрать? Да. А подожги ее сначала. Да я не могу подобрать именно саму зажигалку. Ты что делаешь? Не могу. Выкинь фонарик или рад что-нибудь. Возьми свечку. Так, это, блин. Вот она бегает. Ты отвернулась, она пробежала прям. О, она что-то кинула. Вон штука такая. Опять что-то кидает. Ебать, она там вообще. Она, кстати, потушила свечку. Она? Да. Чё? Бетти-сэмпай! Бетти-сэмпай, бака! И, короче, она меня ваншотает. Бетти-сэмпай, бака! Она начала креслом сверлить, я аж мультанула. Бетти, я буду разговаривать с тобой с нейтрального места. Я иного не приму. Прошу войти в мое положение. Мне очень страшно. Соверши каминг-аут, скажи нам, какого ты типа призрак. Да, тут картины. Ой, 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 ой. Ай, 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 ай. Ну, подожди, нет, это не меня. Атака. Уверена? Там да. Открыто? Тири-атака! Тири-атака! Тихо! Держи, держи. Не хрусти, не хрусти! Нет! Ой. Нет! Она забрала меня. Я не смотрю. Вот скотина. Стоп, она не забрала меня? Ты умерла, ты призрак. А, я призрак. А ты наш шлёпный? Нет. А, это ты шуршишь. Я боюсь больше тебя. Хочу умирать, мама. Ты не умрёшь, всё нормально. У неё упал уровень активности, ты можешь выходить. Да, ты уже там. Записи в блокноте. Возможно, есть тварик чекнуть. Я могу посмотреть за тебя, если это возможно. Можно, можно. Прибереги свое ментальное здоровье. Включи свет. Я сам. О-о-о, написала, написала, написала. Написала? Да, что ты написала? Написала.
Так, тогда отмечаем записи. Диоген у нас есть. Как вариант. Потому что у нас нет минуса и нет призрачного огонька. Я методом исключения могу сказать, что это Диоген. В присутствии живых вы можете сбежать от него, но спрятаться вам не удастся. Ну, она меня убила, несмотря на то, что мы успели закрыть двери. Диоген такая тварь на самом деле. Он очень медленный, но от него не спрятаться. Типа тебе бегать надо будет. Угу. Короче, давай Диогена. И поехали. Диоген. Согласна. Let's go. Домой. Смотри в твои прекрасные реснички. Ладно, они просто ужасны. О, угадали. Ура, победа. Победа с третьей попытки, угадали, что за призрак. Я указана как стажёр. Наконец-то, я устроилась на работу на летом. Я нашла кость. Молодец. Тут сатанинский круг. О, прикольно. Надо его сфоткать, чавочку. Его можно заюзать, чтобы призвать призрака, но нам это не надо. Нам пока это невыгодно. Ой, ну... Звонят. Алло. Не растерялась. О, тут 3 градуса. Сейчас минус будет, да? Да, нет. Ну, тут очень-очень. Я уже готовлюсь. Подожди, пусти меня. Я боюсь. Пошла. Закрой. Тут очень... Это... Не тепло. 1 градус был, я видела. А, было 0,5. Вижу. Это так? Как будто он рядом где-то был. Он решил помыться, не мешай ему. Два сталкера чисто к мужику какому-то приперлись, он сидит там. Он нам шепнул на ушко: девки, не подглядывайте, я сейчас помоюсь. Опа. Опа. Хочу арбуз. Внезапно плотское желание. Хочу арбуз. Я услышала какое-то странное хихиканье. Грегори же. Мишку Фредди своего натравил. Грегорику. Началось. Чего зеленая пока? Зеленая пока штука. О, про 5. Супер, супер. 5 все отметим. Я знаю, что это тут. Я знаю, что это тут. Это он ходил? Это он ходил. У меня эта фигня спиритбокс заключила. Еще раз ходит. Ой. Выбил он... стекло, брат. Ну зачем? Вырубил нам. Ух, ебать. Как дышишь. Тебе, знаешь, надо это... делать ASMR. Хотя, ладно, не надо. Лучше не надо. Лучше не надо. Ой, заныл. Вырубай. Я... Это атака. Прям вообще вырубить? Да, все вырубай. Блин, закрой дверь. Я у него прямо тут в комнате сижу, блядь. Какой он пердун. Не трогай двери, поясни. Голосом. Давай не будем. Опа, орёт. Охуеть. Атака. Отстань. Он напал. Он убил меня. Он убил. Блин. Ты мне не понравилось. А когда-нибудь уйдём отсюда живыми? Я 2 раза, короче, просто спалила себя. Он мне песни поет. О чем? О любви? Вот он ходит, типа. Он ушел по коридору. Ладно. Раскидал все. Вниз спустился. Ведется преследование. Да. Он опять повторяет тот же маршрут. Он ходит пока. Мужик с топором. Что-то. Да, мы ему не понравились.
заросшем парке. Он сначала спавнится, блять, сразу две двери открывает. Он сначала спавнится, пердит, и потом идет. Очень точное описание его поведения. Спавнился, пернул, пошел. Чтоб я так жил. А, у тебя есть блокнот. Так, при этом он, скорее всего, не мираж, потому что он прям ходит. Я прям вижу, что он там промелькивает и делает шаг. Кто еще там есть? Джамп? А, все понял. На лазерный этот ему надо. Но мы еще не можем подтвердить точно, он как-то с ним взаимодействовал или нет. Еще во время охоты. Да он... Капец как. Мне кажется, он меньше всего разговаривал до охоты, но во время охоты он прям пердит. Да-да-да-да-да, вот я о том же. Могут перемещаться быстрее, поглощая энергию из близлежащих электроприборов. Ну, не факт, конечно, но он разбил лампочку. Но прямо чтобы он быстрее передвигался, я не знаю. Угу. Блин, мне бы туда камеру закинуть, и все бы было вообще замечательно. Так, блокнот я взяла. Иногда принимают человекоподобное обличье, чтобы привлечь добычу. Редко оставляют следы. Абаке. И иногда меняет облик. Но он всегда дед с топором. А-а-а. О, о, о. Призрачный увидела. Летает. Призрачный огонёк. Значит, это либо Абаке, либо Рейди. Угу. Сейчас посмотрим по их поведению. Типа как Райден, только Райдзю. Да. Я вижу тут взаимосвязь небольшую. Сзади тоже электричество. Фон? Ну, ну, да. Записи в блокноте. Блин, надо чекнуть. Я чекну, мне это... Мне это не в голове, не в жопе. Ну давай напиши что-нибудь, чтобы мы поняли. А тут мутный какой-то. Можно закрой? Ох, мне больно видеть, как вода льется. Я подожди, я схожу, выключу. Да не, не рискуй здоровьем, да, не надо. Нифига он меня нагнул, оказывается. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, дедуля. Можно довольно долго ждать. Когда он там сработает. Угу. Чё, будем гадать? Ну, мне кажется, что всё-таки Райджа. А у Райджа чё? Потому что у Баке меняет облик, а он как был дедом, он всегда так дедом остается. Две атаки подряд он был дедом. Пусть он еще раз побуянит. А он может сам? Или ему надо человечешку? Может. Может сам. Но пока у него нулевая активность. Ну я тогда пойду себе рассудок садить домой. Ладно, будем ждать. Так и... Я тебя сторожу. Атака, 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 атака. Чё, как там дела? Всё нормально. Нулёв. Ага. Нулевый чел, ты просто нулевый. Что, заранее извиняюсь? Извиняюсь. Четверка. Ох, дунул на меня. Отпечаток, прикинь. Это Обаке. Это Обаке, 100% говорю тебе. Отпечаток я нашла, увидела, да. Потрогала. Ты пришла, молодец. Уф. Фуф, это было жестко. Let's go домой. Черт с ними. С этими вашими призраками. Фу, попалась Исайя.